обязательно пошла. Ну что, третий сезон на Плещее был, на Плещее озере. Вердолит очень замечательно. Народу полно. Так что вот так вот. Ты чё, потом показать кому-нибудь, это же капец. Сольёт нафиг. Ксюш, не кричи. Так, давай, пап, собирай. Сейчас, сейчас, палатка осталась, не кричи. Мусор, мусор, куда уносить? Я сейчас отнесу, ты давай остальное. Он ещё покатается, не подозревает, что его ждет. Ну, и еще разок эту панорамку, посмотрите. И мне нужно срочно собирать палатку, иначе будет капец. Я боюсь, что вот эта штучка минуты через три будет здесь. И нам будет капец.